А вот участники межрегионального форума Приволжского федерального округа «Городские реновации», которые проходят в эти дни в Уфе, считают, в создании комфортной городской среды в муниципалитетах поможет молодежь. Благоустройство дворовых территорий в последние 30 лет ограничивалось только ямочным ремонтом дорог и покраской стен, говорят аналитики. Сегодня же требуются другие, более современные подходы к этой работе. Как невозможно быть продвинутым человеком 21 века, человеком современной экономики, когда ты живешь в разбитом, угроханном, ушатанном подъезде, выходишь во двор, где, извините меня, клумбы в этом, в колесе, да, с цветочками, и ты дальше садишься в пазик, да, который там пропах уже этим бензином, и едешь, соответственно, по разбитой дороге, да, невозможно, чтобы вот эти, все это изменялось людьми старой формации. На протяжении 3 дней в рамках проведения межрегионального форума «Городские реновации» Уфа станет центром России по проблемам создания комфортной городской среды. Участники – это более 300 студентов из 35 вузов страны, добровольцы и молодые специалисты в различных областях.